Всем привет! Сегодня у нас будет короткое видео, потому что у нас сегодня особо рассматривать нечего. Пришла одна посылка, но это очень интересная посылка. И, по моему мнению, я купил вот два вот таких вот тестера. И сейчас я объясню, зачем они. Они уже проскакивали у нас в распаковках. И я скажу, что это офигенная вещь. И еще друг попросил меня заказать ему. Я заодно заказал себе для родителей я такую штуку. Я как-то обнаружил, несколько лет назад я обнаружил, что когда ты вытягиваешь, вот у тебя разрядился какой-то прибор, допустим, на батарейках, там 3 или 4 батарейки. Ты вытягиваешь эти батарейки, выбрасываешь все, а на замен ставишь новые. Но, как оказалось, что зачастую, то есть в 99% случаев, разряжается только одна батарейка полностью, а три остаются полностью заряженные. Это касается как и дешевой техники, там китайской, подпольной, так и качественной, там, допустим, такие, как оригинальные лего поезда, там игрушки. Ну, много игрушек, вот у меня ребенок, у него много игрушек, и я несколько раз выбрасывал батарейки, а потом начал мультиметром мерять. И я понял, что реально батарейки я выбрасываю, а их еще выбрасывать не нужно, они могут еще долго прослужить. Об этом я уже рассказывал, ну вот еще раз повторился. Покупал я уже этот тестер, он лучше, чем покажу сейчас на экране картинку, есть такой с двигающейся шторкой. Вот эта вот шторка, ну, ножка двигающаяся, вот, минуса, она отламывается у всех. Я вот посмотрел много обзоров, она отламывается, и поэтому я выбираю именно этот, он питается от мини-батарейки. Там есть еще такая же модель, но питается от CR2032 или от подобной маленькой батарейки, но лучше мини-пальчик, потому что он везде есть, все как бы, вот, и у меня дома этот тестер есть, я очень доволен, я сэкономил, наверное, огромную кучу денег, потому что он у меня есть, вот, то есть теперь я не просто выбрасываю все батарейки, а, или там подбираю, вытягивая одну, вторую, там, какая работает, какая не работает, то есть я себя избавил от очень большого геморроя. Это я покупал на GearBest, ссылка будет в описании. В принципе, здесь у нас вот такая вот комплектность. Сам тестер, батареечка обычная. Батарейку я вот эту вот вставил, у меня уже, наверное, более чем год этот тестер. И он у меня работает прекрасно от родной батарейки, которая шла в комплекте. Поэтому давайте ее вставим. Ланинг. Вот такая вот батарейка. Давайте вставим. И я взял на тестирование у родителей несколько батареек, которые у них, то есть, чтобы проверить, и можно было понять, как это работает. То есть, давайте посмотрим, вот. Вообще не работает. Так, а ну, давайте, это точно работать должна. Вот. То есть, давайте вот так покажу. То есть, вот полностью заряженная батарейка Xiaomi. Здесь вот минус, он немножко ходит с таким щелчочком, и мы дотягиваем сюда. Если мы хотим померить крону, по-моему, вот так вот здесь вот, вот она вот так втыкается, крона. Вот, есть такой же тестер, у которого крона отдельно внизу вынесена, но он, по-моему, от другого типа батареек. Это BT768. Ну и давайте все батареечки сейчас проверим. Отличная, отличная. Xiaomi-шные, это я недавно их дал, они, наверное, не пользовались, их отличная. И вот старая должна быть разряженная. Да, она разряженная в ноль, и то есть ее уже можно точно выбрасывать. Далее. Тоже разряжена в ноль. Отличная. Отличная. Ну так, немножко, видите, уже хуже, чем хорошо, но еще можно поработать с ней. Вот, хорошая, вообще заряжена отлично. Заряжена. Заряжена, ну вот, видите, до половинки. Кстати, батарейки,
плохой контакт. Ну вот, когда они доходят где-то до середины вот этого, то есть она уже бестолковая, то есть она практически не работает. То есть еще вроде бы как бы есть красного заряда, но она уже ничего не вытягивает. То есть если три батарейки в устройство, где три нужно батарейки и три поставить с вот таким вот показателем средненьким, оно либо вообще не будет работать, либо будет тут устройство работать очень слабо. Из проверенных батареек вот такая вот половина у нас можно выбрасывать, то есть 4 батарейки, остальные все еще более-менее пригодны для работы. Вообще тестер этот я всячески могу рекомендовать, потому что он реально классный. Я пользуюсь им действительно долго, и все, кому советовал, все очень довольны. То есть простенько все сделано, ничего тут так сверхъестественного, вот так это все выглядит. Вот, на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!